Привет, девчушки, ушки на макушке. И мальчишки, шалунишки, привет вам! С Новым годом! Дайте-ка я вас рассмотрю хорошенько. Ой, подросли, большими стали. Согласитесь, очень приятно, когда Дедушка Мороз приходит прямо к подъезду твоего дома. Так настоящую новогоднюю сказку в родном дворе получили жители микрорайона Богородский. Праздник ребятам, а также их родителям устроила управляющая компания «Домжилсервис». Наша компания существует с 2010 года. На протяжении уже 4 лет ежегодно мы проводим такие мероприятия на наших квартирных домах, где для жителей, для детей, для взрослых делаем представления новогодние. Нарядная красавица елка радует глаз. Дед Мороз и Снегурочка развлекают малышей веселыми конкурсами. Главным героем торжества помогает символ наступившего Нового года – озорная козочка. Никакой зимний мороз не помеха веселью. Малыши искренне радуются празднику, с удовольствием участвуют в играх. Ну а если кто замерз, согреет горячий чай и сытный ужин из полевой кухни. Такой праздник компания «Домжилсервис» устраивает не первый год и не только в Щелкове. У нас много очень домов управления. Мытищи, Щелково, Чкаловская, Королев. Везде практикуем такое мероприятие для того, чтобы порадовать жителей, порадовать детей. Детки всегда с удовольствием у нас выступают на этих праздниках, принимают участие. Мы обязательно всем деткам раздаем подарочки на Новый год. А вот, к слову, и подарки подоспели. Каждому малышу симпатичная мягкая игрушка по вкусу. Без сомнений, такой праздник юные жители Богородского запомнят надолго. Нам очень нравится этот праздник, если честно. Нам понравилось. Праздник там очень хороший, очень понравилось. Там и Дедушка Мороз, и все. Все просто супер. Ну, очень хорошо, что близко от дома вышел из подъезда. Тут уже и Снегурочка, и Дед Мороз, и елка. Все для детей. Александра Гранич, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».